Привет. Я, к сожалению, еще не вижу даже, что Вайкра объявила о начале прямого эфира. Вы получили оповещение? Добрый вечер, привет. Секунду, я забыла что-то посмотреть. Добрый вечер. Ну что, нас немного, но мы сильны. Я думаю, что мы начинаем. Получили уведомление. Вот, значит, у меня его не было. Я бы хотела этот урок посвятить полному выздоровлению мамы нашего замечательного слушателя и человека, который поддерживает существование этого сайта, Рахель Батлилия. Пусть у него будет Руфа Шлема, Руфа Танефеш, Руфа Тагуф, чтобы заслуга этого урока пробудила Всевышнего послать выздоровление полное ей и всем больным народа Израиля. Добрый вечер. Спасибо большое. Итак, мы начинаем. И песня, с которой я начала, была не случайно. Слышали? Не боюсь я никого, кроме Бога одного. То, о чем бы я хотела поговорить с вами сегодня на уроке, это наши страхи и как с этими страхами бороться. Недельная глава «Вайшлах». Естественно, не зря именно в этой главе я говорю про наши страхи, тревоги, панические атаки, можно даже сказать, потому что в нашей недельной главе это случилось с тем человеком, с которого мы берем пример. И поэтому на его примере, на его истории хотелось бы понять, что же такое страхи в нашей жизни, как мы должны к ним относиться, надо ли бороться или направлять наши страхи в правильное русло, надо ли брать пример с наших праотцов, или наоборот нам говорят, что давайте так, они сделали так, совершили ошибку, надо совсем по-другому себя вести. Очень хотелось бы с вами, добрый вечер, всем обсудить эту тему. Надеюсь, что она не была затронута раньше, и вам это будет интересно. Итак, раввин пришел со своим классом в лес для того, чтобы провести там в тишине, в спокойствии урок Торы. И начал он рассказывать именно эту нашу недельную главу про страхи. Как надо не бояться, как надо надеяться на Всевышнего, знать, что все в мире происходит по его воле, как надо не бояться. Вот вы знаете, если сейчас появится медведь, я только взмолюсь Всевышнему и даже не двинусь с места. И тут, как назло, появляется из-за кустов огромный медведь-гризли, и как только ученики обращают внимание на раввина, он уже сидит на дереве и кричит им: «Бежите! Убегайте! Убегайте!» Когда этот медведь ушел, ученики опять вернулись к своему раввину. Они сказали: «Ну, рабби, вы же нас учили чему-то другому». «Ну, послушайте, есть обычная уверенность, есть чрезмерная. Вот у каждого она своя. Так что же нам делать в ситуации, когда нашим подругам, друзьям мы можем советовать: не бойся, все к лучшему, но как только с нами происходят какие-то вещи, мы тут же начинаем бояться и понимаем, что, ну как, эта вещь может выйти нам в лучшей ситуации, чем она может нам помочь». Окей, с нашим темпом жизни у нас очень часто возникают определенные пхадим, боязни, тревоги. Мы боимся не успеть, мы боимся разочаровать, мы боимся не достигнуть определенных целей в жизни. Как насколько раньше в детстве мы праздновали каждый день рождения в ожидании этого праздника, а чем старше становишься, тем ты больше понимаешь, что уже 20 лет, а чего я добился, а что у меня будет, а что же у меня будет на пенсии, а как мне женить своих детей и
родить новых. Вот эти вот постоянные мысли, тревоги, они овладевают нами. Есть люди, которые живут вот в этих вот постоянных атаках панических, которые не понимают, что будет дальше. Одно дело, когда человек боится, обычный пахот, боится закрытого помещения, фобии, как мы их называем, боится летать, боится котов. Кстати, все это, наверное, я о себе только что сказала. А есть тревоги. Вот эти тревоги, они завладевают нами, они берут нашу жизнь под свой контроль. Наше сердце начинает биться сильнее, у нас пропадает сон, наши мысли постоянно думают только в плохом направлении. Ну вот, у меня что-то опять с левой стороны заболело, вот не дай бог это эта болезнь, или не дай бог у меня там опять что-то не получится. О, начальник меня на ковер вызывает, наверное, уволить меня хочет. Ну скажите, что у вас в жизни только позитивные эмоции. Если так, то этот урок совершенно не для вас, а для таких, как я, которые постоянно переживают, в своих мыслях рождают совершенно непозитивное развитие событий и каждый день сталкиваются с тревогами за сегодня, за завтра, за детей, за себя, за весь Израиль, все что угодно. Но с другой стороны, мы знаем, что Всевышний ничего не создал просто так. И несмотря на то, что страх – это самая сильная эмоция, чувство, которое есть у человека, она создана не зря. Для чего она нужна? Для того, чтобы выработать у нас инстинкт. Другими словами, страх нам говорит: «Алло! Секунду! Здесь может быть опасность! Напрягись! Переживай, когда ты летишь! Дважды подумай, взял ты билеты, правильно ли ты выбрал рейс, не успеешь ты к шабату, не успеешь! Переживаешь, шалом всем! Переживаешь, как ты... Тебе хватит денег выдать детей замуж, так иди сейчас с этим переживанием и делай что-то хорошее. Начни работать, начни зарабатывать, Днепропетровск, шалом. Страх, он должен нас взять в свою охапку, но не заставить нас переживать и быть в его плену, а наоборот, с помощью этого страха реализовать себя, делать свою жизнь качественнее, комфортнее, лучше перестраховаться, и тогда избежать опасности. Чем вообще не бояться, как маленькие дети бегут напролом, ни вправо, ни влево, сколько несчастных случаев, не дай бог, бывает именно по неосторожности, которые и мы, и маленькие дети, можем допустить. Поэтому самосохранение 100%. Для этого страх нам и дан Всевышним. Но мы понимаем, что страх чаще всего ведет нас не в правильном направлении. Почему мы говорим о страхе именно сейчас, в этой недельной главе? Потому что рассказывается в этой недельной главе про Якова, который испугался. И написано целых 8 слов, когда Всевышний нам рассказывает, насколько страшно было нашему праотцу. И наши мудрецы совершенно не поддерживают его, этот страх. Сейчас. Спасибо большое. Наши мудрецы в Мидраше ругают и говорят: не берите с Якова пример, не надо вести себя так, как он. Еврей не должен бояться и не должен подвергать свою жизнь постоянным тревогам. Если мы с вами немножко вернемся к предыстории этой недельной главы, мы увидим, что Яков не был дома 34 года. С того момента, как он украл, ну, называем вещи своими именами, украл первородство, Эйсав пообещал, что он его убьет. Поэтому мама сказала: беги быстрее. 14 первых лет он провел заперти, в закрытии в Ешиве Шема Вевера. После этого мы знаем, что 14 лет он работал за свою жену Лею, потом за свою жену Рахель. Это еще 14 лет, 14-14. И еще 6 лет он жил вместе со своей семьей и детьми у Лавана. Вот это 34 года, которые он не был дома. И когда он возвращается назад, он не понимает, в каком состоянии сейчас находится Исав. Может, у него уже давно своя семья, свои планы, может, он изменился, сделал чего, может, он его совсем уже не ждет и не хочет убить. И когда он отправляется в Израиль, он отправляет Малахим, ангелов, чтобы они проверили, как там Исав. Сказать ему: послушай, вот вы не виделись 3-4 года, может что-то изменится, может мы с тобой по-родному пообщаемся, подумаем, как решить наш конфликт без кровопролития.
Возвращаются ангелы и докладывают ему, что Исав не забыл. И не то, что он не забыл, он два своих города, в которых он находился, назвал именами, напоминаниями, что ты ему сделал и что ты у него отобрал, чтобы время не залечило эти раны, а чтобы каждый раз, когда он вспоминал названия своих городов, он вспоминал, какую боль ты ему сделал, и зажигал себя внутри еще большим гневом и ненавистью. Еще больше сказали ему ангелы, что он направляется в твою сторону, встречать тебя вместе с 400 террористами исламскими, которые... Исав вообще мог сам его победить. Мы же все знаем, что Исав, он в 15 лет убил Немрода, что он знает, что такое кровь и убийство с самого раннего детства. Он мог сам справиться с Яковом, но он хочет полностью избавить этот мир от присутствия Якова. Он хочет убить не только его, его жену, его сестру, его брата, его все, что у брата нет, его стадо, все, что принадлежит Якову, он хотел уничтожить. Кстати, я очень хотела с вами, если может у нас будет еще время, про то, как он ведет деловые переговоры с Исавом. Вы уже знаете эту тему, вы слышали? Как он сначала задаривает ему подарками, какие ступени он проходит для того, чтобы наладить отношения с другим человеком. Если нет, я с Божьей помощью подготовлю по этому урок, потому что мне кажется, что это очень актуально для нашего времени. Но как только Яков услышал, что 400 человек во главе с Яковом направляются к нему для того, чтобы его уничтожить, написано в нашей Святой Торе, и устрашился Яков очень, и тяжко стало ему. Он весь наполнился страхом, он начал трястись, у него заплетался язык, он не знал, куда деваться. И это первая реакция, обычный природный страх. Не поднять глаза ко Всевышнему, не помолиться, не почитать Таилим. Наверное, он тоже читал. Но первое, что он сделал, он затрясся, как осиновый лист. Кстати, говорят, что про Моше Рабейну, что он тоже допустил дважды. Нет. Спасибо, Саид. Значит, с Божьей помощью я подготовлю этот урок. Он у меня уже готов, мне надо найти время его дать. Сказано про Моше Рабейну, что он тоже два раза пахад, пугался. И тоже за эти два раза, как и Якова, наши мудрецы его очень... сильно ругают и говорят не брать с него пример. Первый раз, когда Моше Рабейну испугался, это было, когда он, будучи подростком, вышел с замка и увидел, как египтянин бьет еврея. И природно он решил за этого еврея заступиться. Он подошел и сказал: «Хватит его бить! А ты кто такой? Я тебя прошу, хватит его бить!» Актуальность 100%. 100%. Но есть такие темы, которые вот прям очень трогают сознание. Я стараюсь именно их учить, потому что сама свою жизнь меняю с помощью них. Очень интересно потом смотреть на вашу реакцию, если вам они тоже близки. Так вот, Моше Рабейну убивает египтянина с помощью произношения имени Всевышнего, и земля потом укрывает этот труп. На следующий день, Эрфтов, Сарочка, привет! На следующий день он выходит и видит, что два еврея ссорятся между собой. Он подходит и говорит: «Евреи, братья, почему вы ссоритесь?» А это были на самом деле Датан и Авирам, два негодяя, которые доставали Моше Рабейну еще на протяжении многих глав. Привет! И только в недельной главе Корах они попали под землю. В общем, это два злодея, и они начинают Моше Рабейну говорить: «Слышь ты, давай мы с тобой не будем сейчас иметь дела, потому что мы видели вчера, что кто тебе перешел дорогу и не ответил, того ты закопал под землю». И тогда Моше Рабейну понял, он испугался, написано, и он сказал: если этим известно, то и Паро узнает. И после этого случая он убежал из Египта очень на много лет, пока Всевышний не сказал ему вернуться, выводить евреев из рабства. Второй раз, когда Моше Рабейну испугался, это когда при входе в Израиль его встретил огромный великан. Мы знаем, что в Израиле тогда жили великаны, о которых нам рассказывали разведчики.
великан Ог, царь Башана. И Всевышний ему, он был очень страшный, такой мифлетит, как сказать мифлетит на русском? Чудовище. И Всевышний ему говорит: не бойся, не бойся, Моше Рабейну. Кому говорят не бойся? Правильно, человеку, который боится. И в первом, во втором, и в третьем случае нам мудрецы говорят: ребята, не учитесь такому поведению у наших праотцов. И как они нам на это намекают, что это поведение не дано нам в пример? Сейчас. Да, это, спасибо большое, это один из шагов, который он предпринял. Если вы знаете следующее, супер. Если нет, может быть, можно будет на эту тему пообщаться. Ну, знаете, что вы замечательно учили Тору. Отличный комментарий. Мидраш говорит, эти, про Якова и про Муше, эти бней Адам, человеческие бней Адам, эти люди сделали неправильно. А кто такие люди? Бней Адам — это вообще самый обычный среднестатистический человек. О Моше Рабейну, главного нави еврейского народа, такого пророка, как Моше Рабейну, не было ни до, ни после. Про Якова, который наш праотец, про них Мидраш говорит «бней Адам», этим самым он намекает, что они повели себя как люди с очень низким уровнем веры на тот момент, к сожалению. И поэтому, извините, пожалуйста, наши мудрецы говорят, что если вы сейчас дослушаете этот урок до конца, это урок с Сихираби, в котором он объясняет эту тему, то вы научитесь правильно бояться, как бы это ни звучало. Но с другой стороны, мы с вами можем понять, почему они боялись. Это необычный страх. И мы с вами тоже не всегда боимся мелочей. Например, бояться летать, мне кажется, что это мелочь, потому что вот перелетов авиа погибает намного меньше людей, чем в дорожно-транспортных происшествиях. Есть страхи, которые мы можем объяснить. Бояться котов не стоит, потому что, наверное, это травма детства у меня, когда меня кусали коты. От этого я их очень не люблю и боюсь до сих пор. Например, есть у нас травмы детства, есть у нас какие-то вещи, которыми себя можем переубедить, не бояться, или, например, они проходят с возрастом. Но есть очень обоснованные страхи. Страх за здоровье, когда что-то болит, страх за детей, когда мы видим проблемы воспитания. Эти страхи, которые... предыстория у нас есть к этим страхам. То же самое у Якова. Яков чего боится? Снега, дождя? Он боится Эйсава. Он с самого детства знает, кто такой Эйсав. Написано, что в 15 лет он вернулся уставший. И почему он вернулся уставший? Потому что сказано, что он устал от убийства, когда он убивал Немрода. Когда он пришел домой, он увидел, что его брат Яков варит похлебку с чечевицей. Почему с чечевицей? Потому что мы уже с вами говорили на прошлых уроках, что в этот день умер, ушел из этого мира Авраам, а на трапезу по усопшему у нас по разным причинам надо готовить блюда из круглых вещей. Он готовил для своего папы вот этот вот суп. И Эсав пришел и говорит: я голодный, дай мне суп. Яков не растерялся, тогда дай мне первородство. И дальше Эсав говорит фразу, после которой любой родитель повел бы своего сына по всем возможным психиатрам, психотерапевтам, неврологам и всем подобным специалистам. Он говорит: что мне это первородство, когда я хочу умереть? И тогда Рамбам говорит: человек говорит о смерти только когда сталкивается со смертью. Он пришел домой после того, как он убил Немрода, взял эти одежды, которыми потом воспользовался Яков для того, чтобы получить благословение. И так он продал свое первородство. Секунду. Тоже Моше Рабейну у нас. Кого боится Моше Рабейну? Он не боится Датана и Авирама. Он боится фараона, который был тогда самым главным в мире. Если бы он приказал только своим слугам убить, ни дня бы не просуществовал Моше Рабейну. Добрый вечер, Ирина. И он боится злодея, великана,
мифлецет, вот это вот слово очень красиво, мне кажется, олицетворяет вот это вот чудовище огромное. Ясно, что этих надо бояться. Почему наш мидраш, наши мудрецы так странно их за это ругают, и на все поколения у нас осталось в памяти, что Яков и Моше в какое-то мгновение повели себя как не положено вести. Не бери с него пример. О ком мы так говорим? Я своему сыну говорю про его друга. Вот с него пример не бери. Так себя не веди. Но мы же говорим про Моше Рабейну и Якова. Разве это уважительно? Что такого плохого они сделали? Чего нам надо научиться? Чтобы Всевышний потом на все века не сказал, вот от тебя не берите пример. Чтобы мы всегда были примером подражания, хотя бы для наших детей, и это уже максимум. Немножечко, сейчас, секунду, если можно, очень холодно дома. Беру хата, тана, элэйна, малахо, ламша, кольня, митваро. Почему еще Яков боялся? Сказано, что он не верил в себя. Почему Яков не верил в себя? Потому что он знал, что у него есть два промаха, за которые Всевышний может передумать и не давать те благословения, которые он уже ему дал. Кстати, про благословение я с вами не говорю, потому что нам с вами никто не обещал, что будет хорошо. И поэтому, если Якову мы можем сказать, Яков, брат, тебе Всевышний обещал сам, что будет хорошо, чего ты боишься? И мы его как бы можем за это гнобить. То как мне научиться не бояться, если Всевышний мне совершенно никогда не обещал, что будет хорошо? Как-то есть эта фраза. В общем, тот, кто надеется на Всевышнего, я сейчас вспомню, извините. Шерфтах Башем. Окей, неважно, вылетело, я вспомню. На что нам намекает, какая фраза намекает нам на то, что Яков не верил в себя, и он боялся двух вещей, своих каких-то промахов. Именно вот эта вот фраза, которая написана про страх, который испытывал Яков. Тора никогда нам не говорит про чувства и про эмоции, потому что чувства и эмоции, они очень хадмашмаи, они очень прямые и четкие. Если бы Тора нам говорила про эмоции, про любовь, про чувства, тогда бы мы не могли эту нашу Тору святую учить из года в год и никогда не дойти даже до глубины происходящего. Тора нам всегда говорит понятиями, которые мы можем понять по-разному, в зависимости от того, с кем мы учимся, в каком возрасте мы учимся и какую информацию мы хотим из этого пасука получить. Так вот, устрашился очень, и тяжко стало ему, намекают нам на две вещи, в которых Яков был не уверен. Устрашился Яков. Слово «устрашился» у нас тоже приводится в заповеди «Бойся и уважай родителей». Яков знал, что он не исполнил 34 года последних своей жизни, не последних жизней, последние 34 года его жизни он не исполнял заповедь уважения родителей. Кроме того, что он не исполнял, мы с вами говорили, кто никогда никто не сравнится с тем, как Исав исполнял эту заповедь. На Бога надейся, а сам не плашай. Да, действия в этом мире важны. Спасибо большое, Саш. Исав был лучшим в исполнении заповедей, а Яков по сравнению с ним находился очень-очень-очень на низком уровне. Он сказал, что благодаря этой заповеди уважения родителей Исав сможет меня победить, и никакое обещание Всевышнего не оправдается. Кстати, про уважение родителей хотел бы сказать маленькую вещь. Когда-то раввин из Пшиска вел урок, и вот в какой-то момент посреди урока, лекции, которую он давал ученикам, он задумался, закрыл глаза и начал очень долго вот так вот молиться, уходить в другие миры. Ученики знали, что иногда это минута, иногда это два часа, иногда это сутки. И вот один из учеников решил, что он в этот момент побежит к своей маме домой. У него была только мама, у мамы был только один сын. И утром она попросила его снять тяжелый
сундук со шкафа. Но он так боялся опоздать на молитву, что он сказал, что придет после учебы это сделает. Ему это очень мешало, что он не помог своей маме. Поэтому, пока раввин молился, он побежал домой, снял маме сундук, поцеловал и убежал назад. Когда он пришел, раввин открыл глаза и сказал: «Где ты был?» Он аж присел: «Раби, извините, я не знал, сколько это будет продолжаться. Я ходил помогать своей маме». Он говорит: «Я так и знал». «Откуда вы, раби, знали?» Он говорит, что когда ты зашел, я увидел с тобой образ. Добрый вечер, Мирослава. Я увидел с тобой образ раввина Абая. Абая – это аббревиатура этого человека, что он был цадик, но был сиротой. Когда он поднялся на небо, ему сказали, что ты полностью готов зайти в рай, но единственное, что нас останавливает, ворота рая закрыты, потому что ты не исполнял заповедь уважения родителей. Но мы тебя не можем за это наказать, потому что Всевышний не дал тебе родителей, ты остался сиротой в очень маленьком возрасте». И тогда он сказал: «Дайте мне возможность исправиться. Каждый раз, когда человек будет делать заповедь уважения родителей, я буду сопровождать его. Потому что эта заповедь очень сложная. Ее очень сложно исполнять так, как положено, потому что, к сожалению или к счастью, это одна из заповедей, в которых нам не сказано, насколько широко она может раскинуться. Это заповедь, которой мы не можем достичь идеала, сколько бы мы ни старались. И поэтому нам всегда есть к чему стремиться. И всегда, когда мы с вами исполняем заповедь, вместе с нами находится душа этого раввина, которой мы помогаем подняться и который помогает нам. Даже когда нам кажется, что очень сложные наши родители, у меня золотая мамочка, поэтому я даже не могу представить эту ситуацию, но предполагаю, что есть разная. Поэтому очень прошу вас, чтобы каждый, у кого с Божьей помощью есть родители, после урока позвонили и спросили, как у них дела. Окей. Тяжко стало ему. Второе слово, которое описывает пахот, страх Якова, напоминает нам и указывает нам на то, что Яков боялся, что Всевышний накажет его за то, что он взял... Саш, да, поэтому я и сказала, что у каждого своя история, я очень сожалею это слышать. Молю Всевышнего, чтобы у вас все наладилось, и чтобы все, что вы делали, было принято Всевышним как максимальное, что вы можете сделать хорошее. Окей, мы продолжаем. Яков боялся, что он взял двоих сестер в жены, и Всевышний это не оценит. Несмотря на то, что обещание, что у него будет все хорошо, и он дойдет до земли Израиля, было дано после того, как Яков женился на двух сестрах, у Якова все равно было плохое ощущение. И мы знаем, что оно подтвердилось. К сожалению, это говорит Рамбам, очень сложно говорить эти вещи, но мы знаем, что Рахель, она умерла при родах Беньямина, не зайдя в Израиль. Почему? Потому что Израиль не терпит людей, которые не исполняют Тору. И поэтому Яков не мог подняться в Израиль с двумя женами, и умерла та, которую он взял вторую. То есть, если бы Лаван не обманул, и Рахель была бы первая, Лея вторая, тогда бы не стала Лея. То есть, то, что он женился на двух сестрах, это, да, какая-то оплошность, о которой мы с вами можем поговорить в другой раз. Окей. Сейчас. И, кстати, извините, я путаюсь немножко, столько всего хочется рассказать. Когда Яков таки, да, решает идти в Израиль, что он готов к этому, а когда у него рождается Йосеф. Йосеф, несмотря на то, что было 6 лет, Яков уже знал, что у него есть огромная армия, которая сравнится с Исавом и 400 террористами, которых он ведет с собой. Почему? Потому что Йосеф – это второй символ уважения родителей. Йосеф был предан своему отцу. Йосеф был нескончаемо зависим и привязан к своему отцу. И мы знаем, что он исполнял его волю без каких-либо вопросов. Например, когда
Папа ему сказал: иди, пожалуйста, проверь, где твои братья. И Иосиф мог спокойно сказать: папа, но они же меня ненавидят, я оттуда не вернусь. Он знал, что что-то произойдет. Он знал, как относятся братья к нему. Он что сказал? Всего одно слово: меня уже здесь нет, я уже ушел. Пап, ты что сказал, то я и сделаю. На встречу, когда он вышел из дома, ему попался ангел в образе человека, который тоже сказал: видел я твоих братьев и слышал я, что они говорят о том, как они хотят тебя убить и составляют план. Пожалуйста, развернись и иди к своему отцу. На что Иосиф сказал: мой папа сказал идти, я пойду. И это маленький совершенно пример того, как он уважал своего папу. И поэтому, когда у Якова появился Иосиф, он сказал: вот это мое оружие, с помощью которого я пойду против Исава. Хочу вам рассказать небольшую историю. Есть невероятная программа, созданная Раби, когда раз в год отправляют парней, шалехов, посланников в маленькие отдаленные уголки страны, где невыгодно, ну, где нельзя держать постоянного шалеха, потому что на два еврея один раввин — это очень много, но раз в год отправляются туда молодые ребята для того, чтобы найти еще евреев, приблизить тех, кто там есть, сказать, что есть в областных городах какие-то большие общины, чтобы они туда приобщились. И вот в один такой трип, поездку, двое мальчиков оказались в Калифорнии. И решили они пойти в знаменитый парк, который называется Йосемити. Я проверила, что он существует, я о нем раньше не слышала. И они подумали, что они там поставят стол с цдакой, со всякой святой литературой и с возможностью намотать тфилин ребятам, которые окажутся евреями, а девочкам раздать шабатные свечи. И вот, когда они туда собирались ехать, они спросили, есть ли в районе еще какие-то семьи или поселения, которые можно навестить. Им сказали, что есть там в отдаленном поселении одна семья еврейская, у которой нет никакой связи с евреями, но вы можете их навестить, потому что это знаменитые люди, очень образованные, аристократичные. И они решили, что до парка утречком они пойдут к ним, чтобы до вечера уже быть в парке. Они зашли к этой семье, они увидели огромное поместье, на самом деле очень умные, образованные, интеллигентные люди. Они с ними начали общаться. Эти пожилая пара сказали, что они раньше никогда не видели раввина. И вдруг эти парни почувствовали, что этот раввин хочет, что этот мужчина хочет что-то сказать, что-то его гнетет изнутри. Они сказали: скажите, мы не обидимся, что вы хотите сказать, мы поможем, чем сможем. Он говорит: вы знаете, я ненавижу таких, как вы. Вы же сказали, что вы еще ни разу не видели раввина, уже нас ненавидите, что мы сделали? Он говорит: моя дочка поехала в большой город учиться в университет. И там был шалех, который приблизил ее к вере. И она настолько ударилась в вашу веру, что она вышла замуж и позвала нас на свадьбу. И сейчас у нас есть трое внуков, которых мы ни разу не видели. Уже 13 лет наша дочка с нами не общается. И это все из-за таких, как вы. И тогда эти молодые ребята начали говорить: привет, Петр. Тут есть длинное сообщение, я его почитаю с Божьей помощью, когда закончу урок, извините. И они ему начали говорить, что ты говоришь как судья, но ты же можешь находить язык, общий язык со всеми людьми, так со своей дочкой у тебя тоже получится, что дети — это плоды, которые мы оставляем, за которые Всевышний нас спросит. Конечно, они говорили, говорили и говорили. Но они вышли из этого дома, направились в парк и увидели, что он перекрыт, там какое-то мероприятие, и больше туда людей не пускают. Естественно, эти парни очень расстроились, потеряли весь день, так долго ехали, мы наложили один тфилин, а могли наложить 150, сделать заповеди. Ну, какой-то у них был день такой, не задался, непродуктивный. Ну, они уехали оттуда, забыли, поехали в Америку, и вот через полгода был кинос, когда собирается много евреев, хабадников. Это было на день рождения Рэба, 11-го Ниссана. И вот один раввин рассказывал, встал и говорит: я вам хочу рассказать про чудо, которое произошло. Когда он начал говорить, у этих парней появились мурашки по коже. Он говорит, что в мой город приехала молодая пара.
И они быстро пришли в нашу общину, мы начали их приближать, у них была кошерная свадьба. И у них начали рожаться дети. Единственное, что она никак не могла, эта девочка, найти общий язык со своими родителями, которые жили в Калифорнии. Это пара судей, очень интеллигентные люди, они не принимали, что можно быть евреями, адекватными, соблюдающими в то же время внутри всей вот этой жизни современной, не замыкаясь внутри. И, в общем, эта женщина, она обратилась к нам и сказала, что она очень хочет наладить свои отношения с родителями, потому что скоро бар-мицва сына, и она бы хотела видеть родителей, но она не знает, как начать, они не общаются уже 13 лет. И он рассказывает дальше, через пару месяцев, после того, как она мне это сказала. И я ей посоветовала написать письмо Рэбе. Стук в дверь, и заходят ее родители. С чемоданами подарков и с кошерной едой, уважая ее законы. И когда они начали обниматься, и в конце они расплакались и начали говорить, что случилось, ее папа и мама рассказали, что у них были посланники Рэбе, что они уговорили сделать этот шаг. Она не говорила, она только написала Рэбе письмо, она не знала, что Рэбе что-то сделает с этой информацией, она не получила ответ. Но насколько я этой ситуации и этой истории, конечно же, правдивой, хочу показать главную суть моего урока. Наш мир — это не джунгли. Наш мир создан настолько четко, и он настолько идет по программе, по своей колее, не выбиваясь ни на один миллиметр, что мы можем быть уверены, что все, что случается в нашей жизни, оно все создано для нас. И оно все к лучшему для нас. И ничего в нашей жизни не происходит напрасно. Наш мир не джунгли, не джунгли. И это повторю вам еще много-много раз, потому что мне хочется, чтобы вот это вот чувство пронзило тоже вас. Для меня это был как... Ясно, что я знала, что все под Всевышним. Но для меня, я не знаю, если мне удастся это все передать вам. Пахот, страх случается только с людьми, которые могут сказать, в этом мире может произойти все. Да тут кого-то сбило, да тут молодая мама, не дай бог, болезнь, тут убрали, тут расстреляли, тут взрывы, тут... да этот мир сумасшедший, да может случиться все что угодно, да сейчас молодых людей находят такие болезни, которыми раньше даже старики не страдали, этот мир сумасшедший. И тогда у этих людей случаются паники, и депрессии, и страхи, и все остальное. Мы с вами должны знать, что это совершенно не так. Этот мир управляем, он управляем хозяином, который все рассчитал до мелочей, и в этом мире не может произойти ничего просто так, без его согласия. Это первое правило. Второе правило – избавиться от страхов, это помнить, что кроме того, что этого мира есть хозяин, это хозяин добрый и справедливый. И этот хозяин, написано у нас в Пиркей Авот, по-моему, что... Нет, не помню, где написано, что... Тот, кто создал сосуд, любит его. Я, например, шью, и я никогда в жизни не продавала свои платья, потому что я настолько вкладываю в душу в это платье, что оно для меня становится золотым, и я не могу даже найти цену для этого платья. Хотя на рынке оно бы стоило, я не знаю, 100 шекелей. А я его ценю на весь миллион. И я буду его носить аккуратненько, и швы, и все смотреть. Почему? Потому что Творец любит свое создание. Всевышний не хочет. Добрый вечер, Даша. Всевышний не хочет нас наказывать, Всевышний не хочет нас испытывать, Всевышний не хочет над нами ставить опыты. Он добрый и он справедливый. Все, что делается в этом мире, оно все создано с какой-то целью что-то нам дать. И сейчас... Вот, три вещи. У всего есть хозяин, хозяин добрый, и все, что с нами происходит, оно происходит с какой-то целью. Мы что думаем? Мы часто думаем, что мы часто, когда боимся, мы думаем про человека. Мы боимся, что нас уволят. Мы боимся, что от этого человека зависит наша парноса. Мы боимся попасть к плохому врачу. Мы боимся, что наши дети попадут к плохому специалисту, психологу. О, Татьяна, класс! Вы понимаете, наверное, меня. Мы должны бояться не людей, мы должны понимать, что все,
Все, с кем Всевышний нас сталкивает, это именно те люди, с которыми мы должны были столкнуться. И помните эту историю про Раби Акиву? Я уверена, что вы ее знаете, но хотела бы напомнить, потому что, мне кажется, она как никакой другой истории подтверждает то, что я сейчас говорю. Когда Раби Акива отправился в путь, взял с собой петуха, свечку и осла. Осла, чтобы идти, петуха, чтобы будил его, а свечу, чтобы ночью учиться. Помните эту историю? Наверное, я дольше буду ждать от вас комментарии, чем скажу ее по-быстрому. И вот его его никто не хотел принимать в гости. Спрашивается, почему такого раввина никто не хотел принимать. Говорят наши мудрецы, что, наверное, это было тогда, когда он верил в приход не того Машеха. И все вышли против него. Неважно. Он остался в лесу возле города. И его осел убежал, его петуха съели, его свеча затушилась. И на каждой из этих разов он говорил «Шалом». Не знаете. Все. Он остался у ворот города. И спасибо большое. Осла утащил лев. Свечу задул ветер. Петух тоже с ним что-то стало. И на каждый этот раз Раби Акива говорил, и это к лучшему, и это к лучшему, и это к лучшему. И когда последний раз он сказал, и это к лучшему, и все от Всевышнего, он услышал крики, оказалось, что в городе были разбойники, и что 4 раза он спасся у нас от смерти. Если бы у него горела свеча, его бы заметили, если бы у него был петух, он его бы услышали, если бы у него был осел, то его бы тоже услышали, и если бы его пустили в город, то его бы точно первого убили, потому что он очень знаменитый. Наш мир, он настолько продуман, и иногда нам кажется, что случилась вещь, которую мы не заслуживаем, и это не наша ситуация. Наша, не случается. Мы с вами с Божьей помощью поговорим про свободу выбора. Так вот, если немножечко затронуть эту тему, я скажу, мне кажется, гениальную вещь, которая может нас всех успокоить. У человека есть свобода выбора, кроме навредить другому человеку. У меня есть свобода выбора навредить только себе. И сделать со своей жизнью все, что я хочу, выбрать любую дорогу для себя. У меня нет возможности без желания Всевышнего навредить другому человеку. И если вам кто-то вредит, это значит, что от Всевышнего это пришло. Но только этот человек, он, да, будет наказан. Он выбрал быть плохим шалехом, он выбрал быть плохим ангелом, он выбрал быть палкой в руках Всевышнего. Он мог сказать: «Всевышний, я не хочу, это не моя война. Я хочу быть спокойным, я хочу быть тихим, я не хочу против кого воевать». И тогда Всевышний найдет другого, кто вас накажет. Но то, что Всевышний хочет, чтобы случилось с нами, оно случится. И то, что мы должны понимать, это что мы не боимся человека, мы не боимся врача, мы не боимся машины, мы не боимся вора. Мы боимся не понять, что хочет от нас Всевышний в той или иной ситуации. В 1994 году у нас была история в Израиле про... Ой, мамочка, у меня до сих пор мурашки. Накшон Ваксман – это молодой солдат, который взял трэмп по дороге к своей подружке. Оказалось, что в трэмпе было 3 человека, и это были террористы Хамас, и они его взяли в плен, и на следующий день они выпустили видео ужасное, где к Накшону нашему приставили дуло пистолета. Он сказал, что Ицхак Рабин должен отпустить 200 террористов, и наше правительство согласилось, но переговоры пошли не так, и этого мальчика нашего убили. До того, как его не стало, и эта новость облетела весь Израиль, и столько слез было вылито, его родители пытались очень много внедрить иудаизм и веру в еврейский народ. Все женщины начали зажигать свечи, даже те, кто никогда не зажигал. Начали начинать шаббат на несколько минут раньше, только для того, чтобы... У этого мальчика была удача. Ну, все было услышано, но ничего не помогло. И вот в Моцей Шаббат, когда была провода этого мальчика, встал папа его и сказал прощальную речь. В своей речи он сказал: «Всевышний наш папа, и он слышит все наши молитвы, но папа может сказать нет».
Он не обязательно должен соглашаться, так же, как мы не всегда соглашаемся со всем тем, что просят у нас дети. Все плохое, что случается в нашей жизни, мы должны в конце концов увидеть, что это то, что должно было с нами произойти для того, чтобы приблизить нас, заставить нас помолиться, заставить нас посмотреть вверх, опустить наше эго и сказать: «Милая, не ты одна здесь, не ты решаешь. Не от тебя зависит, сколько денег у тебя будет, какое здоровье у тебя будет, когда ты забеременеешь. Ты думаешь, что это все легко, ты видишь, как легко у других. Я хочу, чтобы ты поняла, что я здесь есть. Ничего Всевышний не делает просто так в этом мире». Кроме того, вот кто-то сейчас в комментариях написал, вот, спасибо большое, чего боишься, то и случится. На самом деле Раби говорит невероятную вещь, что страх, он не только бесполезен, он и вредит очень сильно. Всевышний действует с человеком меда кенегет меда, мера за меру. Когда человек говорит: «Всевышний, я знаю, что все от тебя, я верю только в тебя», когда мы прикрепляемся ко Всевышнему и ногами идем по воздуху, переступая все проблемы, Всевышний говорит: «Ты меня сделал главным, я буду для тебя в жизни главным». А когда мы говорим: «Я найду хорошего врача, я найду хорошую работу», то есть это все важно, конечно, но когда мы надеемся на врачей, и на нашего начальника, который выплатит вовремя зарплату, и на наших учителей, которые воспитают нам нормальных воспитанных детей, Всевышний нам говорит страшную вещь. Ты хочешь жить по рамкам природы? Ты хочешь жить так, как живут не евреи, не без ашгаха пратит, без ежесекундным моим влиянием, внедрением в твою жизнь? Живи. Надейся на охранника, надейся на судью, надейся на врача. Я буду с тобой так же, как и ты хочешь быть со мной. Или до конца, или по природе. Это мы сами решаем. Есть такая тоже история, что Равин давал лекцию по этой теме, как надо бойся Всевышнего 100%. Спасибо большое. Всевышний давал на эту недельную главу урок тоже по битахону, уверенность во Всевышнего, и сказал, что тот, кто надеется на Всевышнего, у того полностью все получится. И тогда этот один из людей очень глубоко принял, как это сказать, ну, очень глупо принял эту идею и решил, что он увольняется с работы, он покупает лотерейный билет, и он ждет, он верит полным сердцем, что скоро у него будет $1 000 000, и Всевышний ему пошлет. И вот месяц-два проходит, лотерейный билет у него никак не выигрывает, он приходит к раввину и говорит: «Глупости, это все, я верил всем сердцем, у меня не произошло ничего. Я уже в минусе, от меня жена уходит, а у меня все нет $1 000 000». И тогда раввин ему говорит: «Послушай, у меня есть там связи, я точно знаю, что на этой неделе твой билет выиграет, и ты выиграешь там $1 000 000. Давай так, я тебе сейчас даю $500 000, и ты мне отдаешь этот билет». Он так подумал, говорит: «Ну ладно, лучше 500 тысяч здесь, чем миллион, может быть». Он говорит: «Вот». Мы иногда думаем, что мы на самом деле доверяем Всевышнему, но наши глаза, наши мысли, наша вся внутренность ищет так: а где бы еще взять деньги, а где бы еще найти врача, а что бы еще сделать? Ну, с одной стороны, Всевышний, а с другой стороны, я на свои силы должен надеяться. Это очень четкая грань, ведь надеяться на Всевышнего — это не значит сидеть и ждать. Говорят наши мудрецы, я еще не совсем разобралась с этой темой, мне очень хочется с ней разобраться, что эмуна, вера, это пассивная вещь, битахон, уверенность во Всевышнем, это активная вещь. Битахон — это не сидеть и ждать, что Всевышний даст тебе все. Битахон — это действовать, но знать, что все происходит, что происходит в этом мире, оно все от Всевышнего, все для нас к лучшему. Наши праотцы, Моше и Яков, должны были поднять глаза к небу и сказать: «Всевышний, что ты хочешь от меня? Что я должен выучить, сделать? Вот научиться вот этой встрече с Исавом». То же самое Моше Рабейну. В следующей недельной главе мы с вами будем говорить про то, как
в следующий, по-моему, да, как Йосефа продали в рабство. Его братья, любимые братья, продали его в рабство. И сказана странная вещь, лишняя на первый взгляд, что в караване, в котором он ехал, пахло псамим, пахло благовониями. Рамбам приходит и говорит: ребят, тут какая-то ошибка. Потому что все караваны, идущие в этом направлении, они все перевозили нефть. Не было там никаких благовоний. Или это было не то направление, или это были не те караваны. Не может такого быть. Приходят другие мудрецы и говорят: если это не чудо впустую, то что это такое чудо впустую? Разве парень, который едет проданный своими братьями далеко от своего любимого папы в рабство, ему важно, что там пахло? И наши мудрецы говорят: да, ему не был важен запах. Каждому из нас Всевышний в жизни дает знаки, когда он держит нас за руку. Да, сидеть и ждать 100%. Когда он держит нас за руку и говорит: ребенок, я знаю, что тебе сейчас сложно, но я с тобой. Этот запах, он был напоминанием Йосефу: милый, все, что с тобой случается, это не просто так. Это не потому, что мир сумасшедший. Это не потому, что твои братья решили сделать тебе плохо. Это потому, что я решил таким способом вывести тебя совершенно на другой уровень. И я уверена, что каждый из нас видит это. Когда нам плохо, когда сложные моменты, Всевышний нам всегда посылает нужных людей, нужные уроки, нужные вывески на улице. Надо только видеть вот этот вот запах, который нам Всевышний дает для того, чтобы мы понимали, что все к лучшему. И еще одно доказательство, я забыла вам сказать, мне кажется, что оно очень интересное, того, что наши мысли материализуются. Моше Рабейну, когда он испугался, что Датан и Авирам расскажут обо всем фараону, написано: «И подумал Моше, что будет это известно фараону». И в следующем посылке, как он начинается: «И стало известно фараону». Это было на этой же, на, как бы, в эту же минуту. Не было, что прошло много времени, и было ясно, что Датан и Авирам таки побежали и рассказали. Как только Моше Рабейну не положился на Всевышнего, испугался людей, тут же Всевышний дал нам на его примере увидеть. Ты хочешь бояться людей? Хочешь действовать рамками природы? Вышла Паро и услышал Паро. Пожалуйста. Все плохое, что ты думаешь, материализуется. Все плохое, что ты ждешь, дам я тебе, пожалуйста. Если у тебя в голове нету других мыслей думать хорошо, ну, думай плохо, дам плохо. Насколько мы должны остерегаться, пускать в свою мысль плохие вещи. Раби, я до сих пор этим пользуюсь, Раби в какой-то момент сказал, что нельзя называть больницу больницей, потому что она от слова «больной». На иврите больницу мы называем «бейт рефуа», «лечебница». Мы идем туда для того, чтобы лечиться. Когда к нему приехали, к Раби, инвалиды войны, ни о ком не будет сказано. Ну, люди, отдавшие свою жизнь за безопасность нашего государства. И объявили, что у Раби будет собрание инвалидов войны. Раби пришел к этому плакату, где это было написано, зачеркнул и написал «герой войны». Потому что они не инвалиды. Потому что от слов, которые мы используем, очень-очень много чего зависит. В который же раз, я повторяю, у нас ребенок не глупый. Его поведение может быть недостойным. Его поступки могут быть неправильны. Слова, которые он произносит, действия, которые... Ну, помните, мы с вами говорили, это все одежда, это все снимается. Ни в коем случае нашими словами мы не можем ранить. Мы не можем говорить, что ты плохой. Всевышний не создает ничего плохого. Ни людей, не случая, которые происходят с нами. Дай Бог, чтобы мы все боялись только Всевышнего. Чтобы мы все понимали, зачем нам дана та или иная ситуация в жизни. Чтобы Всевышний не испытывал нас. Чтобы нам не надо было получать испытания, чтобы посмотреть ко Всевышнему и сказать: Всевышний, все от тебя.
полной верой, полным сердцем до прихода Машиаха вместе с Божьей помощью. Спасибо большое, что были со мной. Хорошего вечера и Шаббат шалом.